свадьба в Новый год. Снег, метель, и я вся такая в белом платье. Это будет самый лучший Новый год. Абонент временно недоступен. Лиза? Ты кто такой? Секретарь Деда Мороза. Ты никогда на Новый год не получала подарков, которые хочешь. Приношу свои извинения и уведомляю, что прислан исполнить любое твое желание. Денег-то дашь? Вот тут, в графе желания, укажи нужную сумму. Пожалуй, не хочу деньги. Хочу встретить Новый год с любимым мужчиной. Так, записывай. Он должен быть высоким, угу, умным, ага, симпатичным, угу, хорошо чувство юмора, угу, и чтобы хорошо готовил. До Нового года управишься? Слушай, может, деньги возьмешь, а? Нет, я что, зря весь этот список сочиняла? Ты понимаешь, что человека, который соответствует твоим завышенным требованиям, не существует? Что, совсем? Уже здесь. Сантехника вызывали. Ищем дальше. Ваша мама – хорошая знакомая моей мамы. Говорят, мужчина должен сделать за жизнь три аккуратно вещи. Кажется, со мной что-то не так. Мне очень важно исполнить твои желания до Нового года. Исполни твое желание, и я свободен. Кандидаты еще будут? Или все? Это последний.